Про це не тільки говоримо з депутатом округу Рок, штат Вісконсин, від Сполучені Штати Америки, ведучий YouTube-каналу Рашкін Репорт. Це Юрій Рашкін. Пане Юрію, наші вітання щирі вам. Вітаю вас, завжди рад, і слава Україні. Героям слава. Читаю про те, що згідно з опитуваннями, відрив не дуже такий великий між Трампом і Камалою Гарріс. В 2%. Чи означає це, що Камала Гарріс в випадку, якщо її підтримає та з'їзд Демократичної партії, вона стане офіційним кандидатом президента США, вона зможе реально скласти конкуренцію Трампу? І взагалі, чи справді Трамп, який зрадів заміні і сказав, що він ще легше зробить Камалу, аніж Байдена, чи не поспішає він з такими висновками? В каком-то смысле то, что мы наблюдаем, это можно вспомнить, когда был COVID, была эпидемия, и говорили про то, что есть спрос, но он задержанный. И вот когда будет возможность, то будет много энтузиазма и будет, значит, взрыв экономики, потому что люди выйдут из домов и будет спрос. И вот то, что произошло сейчас в Соединенных Штатах в политическом смысле, напоминает мне эту ситуацию, потому что выяснилось, что демократическая поддержка, энтузиазм может быть на очень высоком уровне, намного больше, чем он наблюдался до того, в конце кандидатуры Джо Байдена, потому что люди просто видели, что как-то Трамп – это угроза, Байден не вдохновляет. И все сидели тихо, не выступали. Как-то такого, почти такая ситуация сложилась. И тут Байден решил выйти из гонки, и все поменялось кардинально. И в том смысле, что поддержка финансовая вернулась, более 50 миллионов долларов было собрано. Простите. И это, конечно, опасность, можно сказать, мягко говоря, для Дональда Трампа, который рассчитывал избираться против Джо Байдена. И, как сказала Ники Хейли в январе, та партия, которая первая избавится от своего 80-летнего деда, победит на выборах. Ну что ж, демократы это сделали. Теперь Трампу нужно что-то по этому поводу делать, как-то подстраиваться. А в каком-то смысле демократы – это пример республиканцев того, как нужно себя в такой ситуации вести. И можно сказать, что ловушка для республиканцев захлопнулась, потому что они вошли в свою конвенцию, в съезд. У нас здесь, в Милуоке, в штате Висконсин, где я живу. Я приехал на эту конвенцию, посмотрел, как какой-то съезд это был. Это были очень радостные, очень объединенные люди. У них такого съезда партии давно, если вообще, никогда не было. Они были все как один с пластырями на ушах, чтобы быть похожими на Трампа еще чуть-чуть. Но вот эта партия просто это страх. И поэтому демократы требовали кого-то, и поэтому цифры стали падать у Байдена. Байден посмотрел на цифры и сделал правильное решение. Понимаете, поэтому, мне кажется, так важно не вмешиваться в выборы в другой стране и начать заводить отношения с человеком, который не является действующим политиком, потому что это, с одной стороны, влияет на, как бы, налаживает отношения, вдруг другой человек выиграет, но это все-таки влезание в политику другого государства. И мне кажется, это опасная идея. Поэтому, вот, мне кажется, вот такого типа решения отрицательными. Потому что теперь ситуация поменялась, и президент Камала Харрис вполне может быть менее, как сказать, эмпатичной, чем дедушка Джо, который на это посмотрит, на звонок Трампу и скажет, ну, все равно я поддерживаю Украину, но люди будут людьми, и ничего, и помощь не изменится никаким образом. Но это все становится частью той картинки о том, что мы знаем о союзнике. Но теперь у Камалы Харрис есть невероятно сильный шанс стать президентом Соединенных Штатов, отбросить обратно эту трампистскую чуму и не рассказывать какие-то сказки о том, как президент Трамп за 24 часа закончит войну. Он бросит Украину, он бросит всех. Он просто всех бросает. Это то, что делает Трамп. Но, к счастью, теперь шансы его стать президентом намного уменьшились. Пане Юрію, але чи не поспішаємо ми зараз з висновками? Я до чого веду? Барак Обама не підтримав кандидатуру Гарріс на посаду президента США. Про це пише, принаймні, видання «Нью-Йорк Пост». І от він сказав, що демократи виберуть видатного кандидата. Ми знаємо, що Барак Обама користується репутацією дуже великою серед демократів. І чи не станеться так, що під час серпанки
серпневого з'їзду, не Гарріс стане кандидатом від демократичної партії. Який відсоток того, що так може статися? І чому, до речі, Обама не підтримав Гарріс? Чому? Это очень интересный вопрос, потому что это большая опасность для всего того, что происходит сейчас в демократической партии. Брожение. Сейчас мы видим, что все лидеры демократических штатных партий, у каждого клуба демократов и республиканцев в каждом штате есть председатель. И все председатели всех этих 50 клубов республиканцев, демократов, простите, поддержали кандидатуру Камалы Харрис. Я видел, письмо уже пришло от моего местного штатного представителя в моей штатной легислатуре, который сказал, что он поддерживает Камалу Харрис. Губернатор Калифорнии, все те, кто должны избираться против, могли бы иметь шанс избираться против нее, сказали, что они ее поддерживают, они сложили свое, так сказать, оружие, доспехи, и теперь только надеются, что она сделает правильное решение о том, чтобы принять кого-то из них, наверное, в вице-президенты. Но тут надо понимать, что баланс меняется кардинально, потому что когда вице-президента выбирает белый старый мужчина, это одно, а когда вице-президента выбирает достаточно молодая черная индийская женщина, то вам нужны совсем другие качества в вице-президенте. Это возникает вопрос. Но что делает Барак Обама? Мне кажется, что Барак Обама здесь ратует за интересы системы и за интересы, в общем-то, общедемократических интересов. Я не вижу здесь никаким образом, что это какая-то секретная многоходовочка, чтобы протолкнуть Мишель Обаму в роль президента Соединенных Штатов. Это такая какая-то странная фантазия, невозможно сексуально базированная у республиканцев, потому что демократы как-то на это смотрят и говорят, ей это не нужно, она этого не хочет, мы не знаем, что она будет делать как политик, откуда эта идея. Потому что только республиканцы выбирают людей без опыта и думают, что это нормальная, хорошая идея. Демократы говорят, нет, вы нам покажите, что, на что вы способны, а потом мы вам, так сказать, продвинем вас дальше по должности, по вашей профессиональной ступени в президенты. Ну вот так, поэтому такая ситуация сейчас в Соединенных Штатах, и Обама просто ратует за то, чтобы был какой-то competition, соревнование. И что я могу сказать? Барак Обама невероятно умный, я бы сказал, мудрый человек, и он занял ту позицию, которую он считает, он в своей позиции в партии, такого патриарха в каком-то смысле, решил поддержать идею соревнования. Ну что ж, посмотрим, он оставляет форточку в этом окне. Но, в принципе, все реальные политики уже сложили свои доспехи и признали Камалу Харрис кандидатом, потому что понимают, что главное здесь не победить им. У них, если Камала Харрис победит сейчас, то у них будет 28-й, 32-й, 36-й, 40-й год и так далее. А если побеждает Трамп, то все... Пане Юрію, як ви думаєте, хто може стати, от у випадку, якщо Гарріс стає офіційним кандидатом в президенти, хто може стати її віце-президентом? І чи не може це стати Барак Обама? Я не думаю, що це буде Барак Обама, тому що, опять же, він чорний. Даже несмотря на то, что на самом деле черно-белый, но его видят как черного, а она уже ее видит как черную. Это как бы ваша идентификация. Ее идентификация все-таки уже черная, и у Барака, поэтому два это не имеет смысла. Соответственно, он выбывает. Я уже не говорю о том, что конституционно, я не уверен, будут вопросы о том, можно ли ему это быть такой, с таким Верховным судом, ни на что нельзя полагаться. Поэтому и ему это особенно не нужно. На самом деле Бараку Обаме нужно быть в Верховном суде. Это вот тот человек, у которого решение не действующего политика-менеджера, а такая большая картина мира. Вот и при этом с легальным образованием юридическим ему нужно быть в Верховном суде. Ему абсолютно даже не интересно. Вот если была бы возможность, Верховный суд, Барак Обама, супер. А до тех пор, кто будет вице-президентом, я думаю, что это будет белый мужчина, губернатор, возможно, сенатор. Есть губернатор из Кентаки. Кентаки – республиканский штат, но у них демократический губернатор. Замечательно, это хороший плюс, это увеличивает шатер. Ники Хейли никогда не будет вице-президентом у демократов, потому что она из вражеского лагеря. Она являлась таким сосудом для всех недовольных Трампом, но она никаким образом не привлекает демократов.
поэтому там будут свои. И если для людей, которых интересует внешняя политика, как, например, для меня, сенатор Марк Келли из Аризоны, мне кажется, очень сильным кандидатом, потому что он понимает угрозу России, и он может помочь Камале Харрис выиграть штат Аризона, что очень было бы неплохо. А также мой любимый кандидат Пит Буттиджич, который является министром транспорта в администрации Байдена. Просто невероятно талантливый политик. Он военный, бывший военный, служил в Афганистане, говорит, кажется, на 6 языках. Единственная у него проблема, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. И есть вопросы о том, готова ли Америка для того, чтобы выбрать себе такого вице-президента. Я считаю, да, я верю в Америку. Посмотрим, что произойдет. Хотела поцікавитися, а Роберт Кеннеді, він міг би прийняти пропозицію, і чи могла б йому запропонувати Камала Гарріс стати віце-президентом, як ви вважаєте? Я думаю, что шансы Роберта Кеннеди, даже вот это интересный вопрос, мне кажется, что они падают сейчас. Мне не кажется, что это какой-то рост для шансов Кеннеди, потому что все-таки он больше голосов забирал даже у Трампа или недовольных демократов. А теперь демократы довольны и республиканцы объединены, так как кто остался для Кеннеди? Кеннеди и все эти третьи партии должны отщипывать какие-то голоса у демократов, но мне кажется, что тот тренд, который мы уже видим, объединение демократов как реакцию на объединение республиканцев, означает, что Кеннеди здесь абсолютно третье колесо, и нет как бы требований, нет запроса на третью точку зрения. Люди понимают, что либо демократ, либо республиканец. И, видимо, все те, кто хотели объединиться вокруг республиканцев, объединились. А теперь все те, кто хотят объединяться вокруг демократов, объединяются. Посмотрим, сравним размеры наших лагерей. Пане Юрію, дуже коротке запитання, дуже коротка відповідь. Чи погодиться Гарріс на публічні дебати з Трампом? І за вашими прогнозами, хто їх виграє? Поки що ми бачимо, що вже Дональд Трамп намагається відмовитися від дебатів. А у него сейчас должны быть следующие дебаты против Камалы Харрис на ABC, что считается достаточно справедливым каналом. Он тут же назвал их радикальными или там экстремистскими и предложил провести дебаты на Fox News, на его дружелюбной площадке. То есть теперь Трамп пытается перетащить это на себя. Мне кажется, что сейчас невероятный оптимизм и энтузиазм у демократов, и еще трудно понять потолок этого энтузиазма. Просто следим за быстро развивающейся ситуацией. Почула. Спасибо величезно, пане Юрію, вам за включення. Глядачам нагадую, що у нас був Юрій Рашкін на зв'язку, це депутат округу Рок, штат Вісконсин, і ведучий YouTube-каналу Рашкін Репорт.